Писать своим видеообзор на такое приложение, как «Добрый вечер». Данное приложение находится в категории «Новости и погода». Открываем его, посмотрим его особенности, в чем же они заключаются. Видим «Установить», «Описание», «Возможности», все на русском. Видим мы скриншоты. 4,6 оценка, 3 пятерки, 3,5. Пятерки и 2 четверки. Отзыв 1. И русский язык поддерживается. Похожих приложений нет. Нажимаем кнопочку «Установить», дабы узнать, что же мы получим взамен. Идет установка «Добрый вечер». Установилось наше приложение, открываем его. Добрый вечер, написано обозреватель. Сейчас пишет, что у меня проблемы с сетью, но я проверю, так ли это. Нет, у меня все хорошо, доступ к Wi-Fi есть. Почему-то не хочет оно... Не хочет оно делать ничего. Ладно, сейчас попробую через... Пуск загрузить. Открываю. И все равно. Данные не могут быть загружены. Проверьте доступность соединения с сетью. У меня все четко, все работает. То есть только что как бы, на втором компьютере делаю какие-то загрузки. То есть не знаю, почему не работает. Это уже ошибка приложения. Поэтому... Надеемся, что разработчики ее устранят. Будем надеяться, что это временная ошибка. Прошу обратить на это внимание. Вот таким неудачливым у нас вышел обзор приложения «Добрый вечер». Ну, не будем расстраиваться. Надеемся, что сможем его еще осмотреть. И надеемся, что это будет в скором будущем. Все, всем пока-пока. Всего доброго.